Это вот домик для лодочки. Вон там вот вдалеке за листьями замок. Мы проходим еще одну часть по мостику. Оу, фантастика! Симпатично. Рыба плюхнула. Надеюсь, вы заметили. Там где-то утки плавают или какие-то кряквы. Ага, тут тоже можно идти, но посмотрим. Сделаем еще кружочек, я думаю. Тут с этой стороны вода. Тут вода. Вот это вот домик для лодочек. Вот. Такая прогулка вдоль старого замка.